кстати, жарких. А мы вот поинтересовались вашей помощницей, я не знаю, помните, девушка приезжала с вами, следователь она представляла. Вот мы поинтересовались, что это за человек. Вы не знаете, почему она с сепаратистами общается? Она сепаратист? Да, 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 да. Дружит даже, я бы сказал. Ну, серьезно, мы просто видели. Это не смешно, узнавали, на самом деле. Смотрите видео у нее на странице «Укропа мобиль» под названием и так далее. Вы не видели? Ну так зайдите, посмотрите. Вы серьезно не видели? Вы это ужас просто. Человек. Мы когда про медиа общаться, не знали информацию. Ушел, не кричите вы, чего вы кричите? Ну, я еще не кричу, господин. Да вы что? Кто вы там, я не да знаю. Да вы что? Вот да я шо. Не надо на меня кричать, хорошо? Я буду кричать, если на детей не надо своих будет. Будете, на родителей кричать, ясно? Мои ли? Родители заслуживают уважения по одной простой причине, что воспитали такого сына, который сейчас воюет. Ё вместо моя, тебя, дебила, здесь. Где воюет? На Востоке, где? Где воюет? В песках, в аэропорту города Донецка, блин. Да там что, двойник или что воюет? Чей? Ну, ты же говоришь, что сын воюет. Я приехал домой на неделю, и не надо мне тут, бля, вот это... Шо, бля? Цирк устраивать, бля. Какой цирк? Слушай, я же могу сейчас и больно сделать, если что. Да, представь себе. Да, что? Так что вы со мной так, сука, разговаривать не надо, бля, понял, бля, придурок? Ты, Валя, ну, стой и заткнись, понял или нет? Тише, Миша. Другого будешь придурком называть. Дело, он стоит умный, потому что у него сзади стоит. Понял? Да мне похуй. Ты понял или нет? Нет, такого, другими. Как ты, я в жизни, бля, не пойму, бля, который здесь ныкается и, сука, людей на деньги разводит, бля. Другими будешь общаться. Вот я с тобой так буду разговаривать, другими будешь общаться. Бля, понял, не, бля? По валенкам этого назвали кого, не на Украины? Понял? И, бля, трястись не надо вот это уже, бля. А кто трясет? Таких, как ты уже, я, сука, не один десяток положил, еще, бля, положу, бля. Это что? Это как воспринимать? Воспринимать так как хочешь, блядь. Как комплимент. Ух ты, ё-моё. Как комплимент, блядь. Говорю, валенком вы назвали, что не на Украину? Чудовище, блядь. Чудовище. Стой спокойно. Не стоя, стойте, если на то пошло. Не стоя, стойте. И не валенок, а гражданин Украины. Да ты что? Не ты, а вы. Да ты что? Выключи камеру, блядь. А сколько на минуту, блядь? Да ты что? А это стой. А это вы с кем? Да это вы сейчас с кем общаетесь? А, с полицией? Со стопом. С кем? Слышишь, очкарик, иди сюда. Чего ты улыбаешься? Культуры научись. Так скажи, ты не объясни, дурачкам меня? Закон не писан, я не пойму. Еще раз такое? Говорю, культура научись. Дурачкам закон не писан. Без культуры как общаться не буду, я еще раз говорю, понял? Ты вообще общаться не будешь, понял? Да ты что, напугал. Чудовище, бля. Урод. Шо, урод, бля? Чмо очкастая, бля. Ты читал комментарии под видео, бля, про себя? Тварь, бля, сука, чмошник галимый, бля. Давай, принимай участие в блокировании автомобиля. Тут ты что? Да ты что, блядь? Чудовище, блядь. Ты лыбися, гидота, блядь. Пошли в машину, все. За сколько родину продали? Ну что ты лыбися, говори. Что?